Привет, меня зовут Данил Гусельников, а это проект «Законы Лайт». Здесь мы простым языком и с юмором рассказываем о том, какие законы вступают в силу и как нам с вами по ним жить. Новая эпоха международных отношений. По-видимому, так в учебники истории войдут события, которые происходят в мире прямо сейчас. По крайней мере, такое название они получили от лидеров России и Китая. И если здесь с вокабуляром и терминами все понятно, то с трактовкой патриотизма вышли трудности. Единство в этом вопросе не вышло у Дмитрия Пескова и Рамзана Кадырова. В детали не будем, вы их и так, скорее всего, все знаете, и просто-напросто разрубим этот гордиев узел. Спросите, как? С помощью президента, разумеется. Суть патриотизма, по его словам, проста и одновременно прекрасна, а именно посвятить себя развитию страны. И, как мне кажется, в эти емкие слова умещаются одновременно и труд на поприще творчества и культуры, и защита интересов своей страны. Ну что, с концептуальными вопросами у нас полное понимание, осталось разобраться с вещами более вещественными и оттого не менее насущными, с новыми законами. Льготные кредиты, индексация выплат, снижение налогов и даже поддержка бизнеса. Обо всем этом расскажу буквально через несколько секунд, а сейчас, как обычно, жду от вас лайк и подписку, если вы еще не сделали. Порядок? Тогда начинаем. Мы так долго делали прочнее бюджет страны с помощью нефтедолларов, что новость о появлении рублегаза, ну или газорубля, свалилась на нас, как снег на голову. Точнее, не на нас, а на тех, кому этот газ экспортировали. С 1 апреля расчеты по сделкам с газом переведены в рубль. И это совсем не первоапрельская шутка, а указ президента. С этим, как вы понимаете, не шутят. Что все это значит? Мир вокруг России сейчас глобально делится на две части. Для первой из них название пока не придумали, для второй есть и название «Недружественные страны» и даже целый список с 5-10 пунктами. И теперь каждый из фигурантов этого самого списка покупать газ у России может в рублях и только в рублях. До этого сделки проходили в валюте. В отношении остальных стран, как вы понимаете, все-таки больше процедура остается неизменной. Например, для Турции или Сербии. Хотя в этом случае трудности есть из-за одной тонкости. Транзит газа к братушкам на Балканах проходит через третьи страны, среди которых есть и недружественные. Говоря проще, крупнейшему импортеру отечественного газа, Европейскому Союзу, покупать его газ, то есть теперь придется за рубли. И там это, знаете, не очень-то и хотят. Но, как уже сообщил Владимир Путин, бесплатно газ никому поставлять мы не будем. Хотите получать газ? Ищите рубли. Это уже цитата спикера Думы Вячеслава Володина. Спросите, зачем это России? Назло Западу отморожу уши? Точно нет. Тем более, что если кто-то и отморозит уши без российского газа, так это Запад. Конкретно Европа. Для нас, конечно, это решение имеет максимально прагматичное значение. Валюта для России стала рисковым активом. Если вы еще не забыли, месяц назад Запад заблокировал, а лучше сказать, лишил нас доброй половины валютных резервов. Так что теперь соломку себе мы подкладываем заранее. Идем дальше к свету в конце тоннеля. Точнее, трубопровода. Чтобы купить газ в рублях, сначала купить нужно рубли у Банка России. Эксперты, если и не в голос, то в своем большинстве говорили, что сильно лучше курсу рубля от этого не станет. Правы они были или нет, но факт остается фактом. С момента принятия решения о рублевых расчетах за газ национальная валюта укрепилась. Между прочим, достаточно заметно. И, наконец, будет ли Запад покупать газ за рубли? Или останется мерзнуть в своей бессильной злобе? Сказать точно не могу, но предпосылки есть. 10 миллионов евро на покупку рублей у ЦБ выделил Папа Римский. Слово его, конечно, не такое веское, как в 11 веке, когда он мог одним кличем «Deus vult» начать крестовый поход, но все-таки. И да, Германия, которая поначалу собиралась бойкотировать газорубль, собирается создать экспертные группы с Россией для, цитата, «обсуждения вопроса оплаты газовых контрактов в рублях». И опять обращусь к словам президента. Помните, он говорил, зачем нам такой мир, если в нем не будет России? На Западе, возможно, многих мир без России и устроил бы, но без российского газа и сырья точно нет. Не забыли еще слова «пандемия» и «ковид»? Да, когда-то и такое было. В те непростые времена сохранить темпы строительства и спрос на жилье помогла льготная ипотека. А это дело государственной важности, ведь, как помните, строительство – драйвер экономики. Времена у нас опять непростые. Когда они вообще простыми-то были? Поэтому льготная ипотека в России возвращается. Грубо говоря, она и не исчезала, но была свернута до скромных параметров. Ставка 7%, максимальная сумма 3 миллиона. Хотя купить квартиру на такие деньги в той же столице, в общем, план так себе.
С апреля у льготной ипотеки новые условия. До 12 миллионов в столичных регионах Москве, Питере и прилежащих к ним Московской и Ленинградской областях, до 6 миллионов во всех остальных уголках необъятной России. Вырастет и ставка с 7 до 12%. Не самая приятная цифра, но в условиях текущей экономической конъюнктуры оправданы. Что очень важно, ставки по специальным ипотечным программам не изменятся. Для семейной ипотеки это 6%, для сельской 3%, а для дальневосточной и того меньше, всего 2%. Основная программа с ипотекой под 12% вечной не будет. Пока крайний срок обозначен 1 июля этого года. Будет ли она продлена после? Пока ответа на этот вопрос нет. И да, что касается условий, программа действует на приобретение квартир в новостройках и только у застройщика. Первоначальный взнос от 15%. И это вселяет надежду. Нет, не стартовый капитал, сама ипотека. Пандемия ли на дворе или новая эпоха международных отношений, ипотека – гарант того, что жизнь продолжается, как минимум еще на 30 лет. Тех самых, под которыми распишется ипотечник в своем кредитном договоре. Помните, что написано в Конституции? Россия – социальное государство. Скептики скажут, мол, все это красивые слова и банальная декларация или лозунг. Не торопитесь соглашаться с этой позицией. И вот почему. Говорят, что трудности закаляют. Правда, когда экономику твоей страны пытаются похоронить санкциями, легче от этого афоризма не станет. А вот от поддержки со стороны государства – вполне. С апреля в России не только новые условия льготной ипотеки, но и дополнительная индексация социальных пенсий. Плановая для страховых пенсий уже была проведена. И, между прочим, выше уровня инфляции. Размер новой индексации тот же – 8,6%. И да, здесь нужно не запутаться в терминах. Социальная пенсия не то же самое, что и страховая. Ее выплачивают инвалидам, детям и тем, кто по достижении пенсионного возраста не добрал страховых баллов. В переводе на русский не перешел необходимый порог трудового стажа. Индексацией пенсии социальный вопрос в апреле закрыт не был. С этого месяца упрощен порядок получения выплат от государства. Бегать с бумажками придется еще меньше. Чтобы указать свои реквизиты, счет, на который поступят деньги, достаточно будет заполнить несколько полей на портале госуслуг. И сделать это советую побыстрее. Особенно семьям с детьми, потому как в силу вступил указ о выплатах на детей с 8 до 16 лет включительно. Раньше получить ее могли только одинокие родители, теперь любая полная семья, где доход на одного человека не дотягивает до уровня прожиточного минимума. В зависимости от этого на ребенка могут назначить выплату в 6, 9 или 12 тысяч рублей. Если что, в сети уже есть удобные калькуляторы. Указывайте доход и количество членов семьи, в ответ размеры выплаты. Так что без паники. О своем святом долге перед обществом государство не забыло, ведь оно у нас, повторюсь, социальное. Москва не сразу строилась, вот и в России после перестройки собирать налоги научились не сразу. И как только дела с этим наладились, в стране, как грибы после дождя, стали появляться налоговые льготы. Год от года все больше и больше. Так что теперь за счет отчислений государству можно вернуть даже деньги, потраченные на фитнес. Но, как вы понимаете, на дворе новая эпоха, и она требует новых льгот. Если не забыли, в конце этого года владельцев банковских депозитов ждал очередной свежеиспеченный налог на доход со вклада. В одном из выпусков подробно его разбирал. И получается, что напрасно. Ведь взимать налог не будут. Не будут взимать налог. Такое решение в конце марта приняла Дума. И это только начало. Изменилась ставка налога на роскошь. Того, что касался владельцев автомобилей стоимостью от 3 миллионов и выше. Теперь увеличенная налоговая ставка будет применяться только в отношении авто дороже 10 миллионов. Даже пеню за просрочку платежей по ЖКУ и ту понизили. С 20% до 9,5%. Еще и налоговые льготы для IT, вспомните. Подробности были в выпуске про санкции. Проще с налогами станет и для бизнеса. Того, что работает по упрощенной системе налогообложения. До 25 апреля такие компании должны были внести авансовый платеж по УСН. Но срок оплаты налога был продлен на полгода. Теперь это можно будет сделать до 25 октября. И да, все плановые проверки бизнеса тоже отменены. До конца года. Кстати, это решение было принято Думой одним из первых. Тут, знаете, все как в той пословице. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Годами бизнес жаловался на груз налогового бремени. Хотя, как казалось, для нашей экономики деньки были посолнечнее. Сейчас погода вроде бы лучше не стала, а с налогами хоть и чуть-чуть, но все-таки проще. Социальные сети новая международная эпоха тоже стороной не обошла. В России их станет чуть меньше. С конца марта в силу вступило решение Тверского суда Москвы о признании компании Meta, той, что принадлежат Instagram и Facebook, экстремистской. Причины на то у нас были. Призывы к насилию по отношению к целой нации.
Все-таки с законной деятельностью увязать трудно. Сайты платформ блокируются, символика под запретом. За лого Инстаграм на визитке могут и оштрафовать по статье 20.3 КАП РФ, равно как за нацистскую свастику. Но, что интересно, самими социальными сетями пользоваться можно. Посты, сторис, рилсы — все, что так сильно любили многие из нас. Главное, чтобы их содержание не нарушало российские законы. Хотя вопрос, как об этом могут узнать органы, если сайты заблокированы? Видимо, VPN есть и у них. Кстати, по секрету, даже господин Песков пользуется сервисами VPN. Правда, какой в этом секрет? Он сам об этом рассказал в интервью. Да-да, пользоваться VPN можно. Роскомнадзор иногда борется с такими платформами, но нас этот незримый бой никак не касается. Что еще важно знать о подсудных соцсетях? Пользоваться их рекламным кабинетом не стоит ни в каких целях, даже благородно. Это может быть расценено как финансирование экстремизма. Не стоит делиться и ссылками на них. Вообще судебной практики пока нет. Тем не менее, проверять на себе строгость отечественного правосудия не советую. Есть риск попасть под уголовную статью под номером 282.2. А вот YouTube, как видите, живет и здравствует, а вместе с ним и старый добрый ВК. Блокировки западных платформ буквально вдохнули в него новую жизнь. И да, теперь наш с вами канал есть и там, ну и в Рутубе еще. Подписывайтесь, чтобы мы не потеряли друг друга. В завершение традиционная минутка информирования. Остановлюсь на одной теме – мобилизации. В этом вопросе недопонимания точно быть не должно. С 1 апреля начался весенний призыв. Кто не в курсе, событие это заурядное. Повторяется из года в год. И со спецоперацией на Украине никак не связано. Обычный призыв в армию молодых людей с 18 до 27 на срочную службу. Еще раз, в спецоперации солдаты-срочники участия не принимают. Да, эксцесс и очень неприятный был, но в Минобороны с этим разобрались и уверен, на этом можно поставить жирную точку. У меня на этом все, ждем от вас вопросов в комментах. Если вы где-то увидели новость или закон и не разобрались, спрашивайте нас, ответ мы обязательно найдем. Пока!